снег растаял, в городке гулять тоскливо, из-под снега всякий мусор выступил. Пойдем погуляем по лесу. В лесу красиво, солнышко. Что? В лесу красиво. Фу. Фу, Тоби. Фу. Идем дальше. Что? Что увидел? Не разойтись тебе, да? Ой, страшный пес. Сейчас он оближет всего. Так я сам кого-то, от меня пахнет. А он 5 месяцев, он всех любит. Ну правильно делает. Его тоже все любят. Все, все. Ой, все. Ну что? Ну куда пойдем, Тоби? Куда пойдем? Туда? Ну пойдем туда. Что? Что увидел? Что увидел? Вкусняшку тебе дать? Ну сейчас вкусняшку дам. На тебе вкусняшку. На. На, 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 на. Вкусняшку. Ох, любит вкусняшки Тоби. Ну пойдем гулять дальше. Гуляем дальше. Что? Все, пока хватит вкусняшек. Пошли гулять. Куда идем? Куда хочешь? Тоби. Куда пойдем с тобой? В лесу хоть немножко почище. Идем, 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 идем. Ой. Все углы в лесу даже пометил. Да. Да. Пометил Тоби все углы в лесу. Ну что,
малины здесь столько растет. То бы решил попробовать на вкус куст малины. Ну что, вкусная? Ой, вкусная. Ой, сейчас нагрызется. Потом опилками будет какать. Тоби. Тоби. Голодный щенок пришел в лес. Да, голодный щенок пришел в лес. Опа, чипсы нашел, ну не надо. Не успел. Значит, чипсов ты покушал сегодня уже. Значит, пиво сегодня будешь без чипсов есть. Ну что, сыщик, что нашел? Да, и в лесу даже маски лежат. В лесу красиво, птички поют. И сегодня такой солнечный день, прям приятный гулять. Солнце чувствуется, греет уже, можно загорать. Что, Тоби, репейник давай попробуем на вкус, да? Нюхач какой. О, к репейнику полез. Ну как репейник? Вот. Репьи у тебя не вычесывали мы точно еще ни разу. Ни разу, Тоби, репьи. Все. Вот Тоби первый раз попался у нас на репейник. Иди сюда. Иди сюда. Чудо ты. Чудо ты. Тоби. Ну, репейник-то теперь надо у тебя изъять. А больно. Эх ты, хулиган! Как у тебя репейник-то теперь? Ай, фу! Тоби! Вот. Вот сегодня у нас будет пытка. Пытка. Мы будем репейник вычесывать с тобой. Господи. Вот попали мы. Попали мы с тобой сегодня. Господи. Так, что, полынь теперь попробуем, да? Тоби, мне кажется, у тебя перебор сегодня с травками. Да, с травками перебор. Это что за трава так красивая у нас?
Тоби. Фу. Все, надо заканчивать. Тоби, дай травку сюда, дай. Дай мне. Дай мне травку. Тоби, дай мне травку. Все, 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 все. Все, закончили. Ага. Вот только палку такую тебе не хватает, да? Фу, Тоби. Кака, иди отсюда. Из леса вышли, здесь такая поросль небольшая. 40 лет назад здесь была спортивная площадка. Сейчас все заросло. Тоби, пойдем погуляем. Так, все, приближаемся к цивилизации. Дядя Коль, ты? Здорово. Ты видел нашего зверя-то? Нет. Вот он. Давай знакомиться. Нас зовут Тоби. Иди с дядей Колей познакомься. Мы любим дядю Коль всех. Всех подряд. Тоби, Тоби, иди с дядей Колей поговори. Ты ему да. Ума складываешь, нет? А? Ума складываешь? Ну, стараюсь, но я не умею уже. А ты, он бегает, как этот. Ты поменьше дергаешь, больше слова не говоришь. Вот, вот, давай, вот. Но по возвращении домой нас ждет стандартный процесс реабилитации. 2-3 круга по квартире, и мы готовы к домашней жизни. Все, готов. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.